видео девочка решила покупать свои игрушки, как тебя иногда купали. Налила в таз воды, посадила их туда и моет их. Бьет воду на голову, мылит. Слушай, это ж надо было так нарисовать. Бля, как подняла рукой за глаз. Игрушку, да? Ну да, прям пальцем в глаз. Да уж. Вот я чуть-чуть подрастешь, будет тебе года 3-4. Фиксики. Будем, ну да. И будем изучать уже свойства предметов, что они могут делать. Да? У нас сегодня хозяин дома освобождает кладовку. И мы скоро в нее сможем привезти с той квартиры все оставшееся. Кладовка большая достаточно. Да, привезем? Вместе с Егором ходку сделаем, две машины загрузим. Там сначала надо поехать туда с пакетами, все поскладывать. Потому что там все в разброс. Ну что мы там еще собирать будем все вместе? Да, нормально соберем сразу и вынесем. Заодно свинок покормим, поедем. Ты сегодня так хочешь? Да. А что откладывать долги есть? Потому что скоро уже 4 часа, а тебе на 4 часа гулять. А, мы договорились с Мариной и Кирюшей сегодня погулять. Сватый там вопишь. Может, она спать уже хочет, не? Не знаю. Либо, конечно, поспать до 4 часов. Да, было бы очень хорошо. Может, смотри, сейчас вон солнышко на улице. Давай пойдем во двор, попробуем уложить в колясочку. Погода, кстати, ничего такая. Да? Да, а что у тебя одна штанина закатана, а другая нет? Так модно сейчас. Гав-гав! Шарик наш, да? Собачка. Чубака. Чубака. Солнышко даже выглянуло. Но все равно прохладно. Чувствуется, что зима. А Джета что-то лежит и наблюдает. Джет, ты что такая грустная, а? Джеточка, что там у тебя? А, она там что-то взяла. Шарик пытается в куртке почесаться. Шарюська. Слушай, может купить новый фотоаппарат, этот совсем умирает. Мне скоро не на что будет снимать. На телефон. На качельку или куда? Малыш. Слышишь, петушок? Кукареку! Джета, да, Джета. Джета хорошая. И шарик хороший, да? Джета от шарика камень подальше унесла. Собака, да? Наверное, надо шарика раздеть, чтобы он мог нормально почухаться, да? Сейчас не холодно. Да, раздевайте, это жарко. А то он, да, пробует почухаться и не может. Разденешь, Костя? Элегантный в этом случае. Да. Модный, прям первый парень на деревне. Але блох не почешешь. Да, надеюсь, блох у него нет. Хотя на улице их можно только так подцепить. Давай, Шарюська, чухайся. Чухайся, не всегда же в одежке ходить. Как похолодает, потом наденем еще. Ты доволен? Типусь. Ты доволен, мой галюзий пес. Будь здоров. Чихает. Можешь поносить шарик? Можно я надену? Хорошо? Немного похожу в твои. Она мне нравится. Я пойду к Егору в гости. Он звал. Угу. Скучно ему там, наверное. Пошлите со мной, если хочешь. Ты же не ревнуешь, я надеюсь. А? Да это я слышала. Я говорю, ты, надеюсь, не ревнуешь? Оставлю этот вопрос без ответа. Почему? У Егора Таня есть, ты же знаешь. Скоро она приедет. Пойдемте, проведаем Егора. Никого нет дома, приходите завтра. Привет. Привет. Ой, Алиса ползет к Егору в гости.
Осторожно, осторожно. Все к тебе хотят, и Лиса, и Шарик. Заходи. Что, и Шарику заходить? Ой, тапки ему жалко. Как меня вообще можно ревновать в такой одежде? В своих тапках, в штанах. Да не ревнуй, я тебя не ревную, угомонись уже. Вот сам угомонись. Купишь новые тапки мне. Что, я тебе их запачкала, что ли? Уже затаскала. Дом Егора ждет свою хозяйку. Когда уже Танюха приедет? На выходные, наверное. Ты телек собираешь? А? Телек собираешь? Да. Без комода на пол пока поставишь? Да. Ясно. Помочь? Давай. Мы все-таки вечером решили выбраться в Любаву. Алиса только проснулась, сейчас 6 часов. И мы поедем там, Кирюша уже гуляет в детской комнатке. Поедем с ним встретимся. Костя с собой везет вот такую миску свинок кормить. Идем, идем, лисенок, гулять. Ух ты, пар изо рта уже идет. Попробуй. Вроде не сильно и холодно, а пар идет. Я теперь всегда в машине сзади сижу, после того, как Поплавская погибла в ДТП. Рассказывали, что она говорила, самое опасное место возле водителя справа. Ну так и есть. Водитель, когда попадает в ДТП, он инстинктивно спасает себя. То есть он так выруливает, что удар приходится на место справа. Это я где-то услышала, и вот я теперь там боюсь сидеть. Я вообще, конечно, много всего боюсь в этой жизни. Но мне кажется, что лучше беречься. Это мы уже подъезжаем или? Хочу. Дороги, дороги. Все, мы уже в Любаве. Алиса довольна, я увидела эскалатор, я увидела фонтан. Вот здесь какой центр развлекательный, торгово-развлекательный. Ну идем, Дотя, пошли. Куда идем? На эскалатор, да? Судя по взгляду ее, мы идем на эскалатор. Нет, побежала к фонтану сначала. Водичка, да? Водичка, ух ты! Я раздела Алису и надеюсь, что у бабушки есть расческа. О, нашла бабушка, есть. Ура! Все, Алиса у бабушки на ручках поехала по эскалатору, а я беру сумки и их догоняю. Мы могли бы подняться на лифте, но ребенок любит эскалаторы очень сильно. И решили ее порадовать, покататься. Алисочка, ку-ку, и мама тут. Сегодня искала одежду в интернете и прочитала рост. 92-98, написано 2-3 года. Думаю, замечательно. Мы уже покупаем 92 одежду. И чувствую, скоро перейдем на 98. Да, еще один этаж. На самом наверху делают детские развлекательные центры, что неправильно. Ну что, осталось найти Кирюшу. Он где-то там уже гуляет. Пошли Кирюшу искать, Дотя. Привет. Алиса. Кирюша Али говорит, вы слышали? Алиса, иди сюда, куда ты побежала? Ты Кирюшу узнала? По-моему, она стесняется. Вот Мариша. Не узнала тебя, Алиса. Пошли ее догонять, да? Нравится Кирюхе здесь? Угу. Вы первый раз тут? Угу. Мы уже второй, да, Алис? Мне нравится. Мне нравится. Кирюха что-то нашел. Кассовый аппарат, да? Кукла. Алиса наблюдает, как тут люди катаются. Где Алиса? Кирюш, где Алиса? Кирюша очень умный стал. Ой, Лиска испугалась, вздрогнула. Как они быстро растут, слушай. Поменялись так. О, Кирюша там, смотрите где. Вот, в кухне такой. Все выносят из кухни. Вот так, еще одна ходка.
комнаты. Вот так. Сейчас будем варить суп, да, Кирюш? Лиска нашла конструктор. Лаз, давай что-то построим, давай. Построим домик, да? Давай, Алис, строй домик. Да, много, да? По-моему, Алиса пошла искать Кирюшу. А где Кирюша, Алис? Где Кирюша? Нету, был здесь и нету. О, вот и Кирюша. Кирюш. Я говорю, можно в детский садик не ходить? Здесь столько детей. Алиса села в уголочек. Давай, строй дом, Алис, построй дом. Построй большой-большой домик. Можно формы попробовать поизучать. И Алиса тоже. Пока мы не пришли, там тоже на все. Здесь так громко. Что, малыш? Куда идем дальше? А? Куда мы идем дальше? Все туда же. А Кирюша уже у нас кассир, посмотрите. Ух ты, можно у вас купить картошку? Да, Алис, иди покупай, давай делай покупки. Скажи, я хочу вот это купить, пробейте мне, пожалуйста. Давай денежки. Прикольно. Тут целый магазин. Все, полный магазин покупателей. Это Алиска. Алис, не бери в ротик, я тебя прошу, кака. Тут мало ли кто его облизывал. Мы уже минут 10 сидим с Алисой, играем в конструктор. Смотрите, построили вот такую конструкцию. Кстати, не знаю, что это за конструктор. Он крупный, крупнее, чем Лего. Но мельче, чем такой обычный, как у нас дома. Ну, вот такой. Вот. И он очень удобно складывается. Интересно даже, как он называется. Потому что действительно хороший. Лучше, чем вот такой. И я смотрю, Алиса у нас будет девочка-строитель. Как Катя. Катя все свое детство из Лего строила. Ой, Кирюша прибежал. Кирюша прибежал и все нам поломал. Давайте вместе строить будем, да? А это окно, Алиса. Окно, окошко. Кирюш, окошко. Да пускай роется, чего ты, Мариша? Ты думаешь, Алиса тут строила? Это я строила, она наблюдала. Три раза это складывали. А, понятно. Вы уже выкидывали его, да? Ой, кто там? Мальчик там катается. Алиска вернулась. Будем еще что-то строить, дочь? Да? Да? Как собирать конструктор? Попробуй. Да. Пока Кирюша с Алиской играют, Маришка смотрит розыгрыш Би-мамы. Вдруг выиграла телефон, она тоже участвовала. Что, не слышала, конечно. О, уже складываем. Молодцы, собираете, да? Алис, иди помогай Кирюшке. Иди Кирюшке помогай. А, ей мячик нужен, ну конечно. Мячики. Лови мячик. Оказалось, обе мамы прямой эфир. Алися. То, два мяча схватила и пошла. Алисочка, что ты там нашла? Покажи нам. И кто это у нас тут? Строитель. Кепка большая. Каска, точнее. Это каска, Алис. Катаются. Алиса с Кирюхой. Чего там кричит? Все, накатались. Ой, ей побежали бегом за мячиками. Пока никто не забрал. Алиса, не бери в рот. Алиса. Кака. Алис. Эй.
хочешь покататься? Бум, бум. Давай я тебя посажу. Какой лисик? Лиська. Так. Привет! Ай. Тут раскиданные игрушки, пытаюсь их обходить. Ой, Кирюха тут. Тихо, аккуратно. Ох, нечего выпадает оттуда. Все, выползай. Все, Кирюша уже уходит. Он уже устал. А Алиса даже не собирается. Ей тут нравится. Вот есть где ходить, но надо обязательно пройтись по конструктору в самый темный угол и что-то там найти. Это топор, Алис, он тебе не нужен точно. Куда ты его понесла? Боже. Давай мы на машинке покатаемся, попробуем. Боже, здесь столько опасностей. То сбить могут на машинке. Вот там батуты еще. А, я там не была, кстати. Мы зашли в батутный центр. Вот тут на ринге уже у нас боксер прыгает. А Алиса куда? Тоже туда хочет Алиса, да? Каскадер. Алис, там прыг-прыг можно, Алис. Прыгать можно. Кирюша прям танцует. То это. Там еще есть большие горки. Прыг-прыг, да, батут. Один запускает, второй ловит. Но сказали, с горок мамам кататься нельзя. И, куда ты так бежишь, Алиса? Пугаешь. Прыг-прыг. Мы вот дома батут распакуем и будем дома прыгать. Каждый день. Что это, веревочки, да? Что это за веревочки? Ну куда ты? Да, лучше без лимит брать. Мы, получается, купили там полчаса, их не догуляли, и здесь пришлось еще полчаса покупать. А было бы дешевле без лимит сразу. Вот что Алиса нашла. Целый бассейн с мячиками. Ого, какой он огромный. Ничего себе. Класс. Да тут не утонуть можно. Алиса поплыла куда-то. Слушай, класс, сколько мячиков. Все, дети, в море мячей. Слушай, я поняла, что это играет. Это огромная пианино. Ничего себе. Прикинь. О, я сейчас играю «Жили у бабуси». Так, мамы тут увлеклись. Ого, здесь паровоз детский ездит. А, купить. Прям по территории. Ничего себе. Надо идти на ту сторону. Ух ты, Алиска. Ты закопалась? Дома меньше. Дома меньше, да. Дома так не зароешься. Алис, все? Застряла? Тонешь? Спасать? Давай, добирайся, добирайся. Выплывай, выплывай.
Выплывай, давай. Кирюша там с тобой, да? Все, идем дальше исследовать территорию. Давай, вылезай. Мне кажется, Алиса самостоятельная. Да. Опять на ринг? Не, там сейчас большой мальчик прыгает. Пойдем дальше. Что-то мы тут еще нашли. Надувное такое. Непонятное. Тоже вроде батут. Батут, не батут. Вау, какой конструктор. Ты видела конструктор, Алис? Да, смотри, какой конструктор огромный. Крутой. О, это что такое? Похоже на боксерские груши. Наверное, на них можно садиться и раскручивать. Но это Алисе еще рано. Наверное, они крутятся. Сейчас попробую. Да, точно крутятся. Пианино, которое само включается. Кого ты увидела? Слоник, крокодил. Ух ты! Сколько всех! Крокодила увидела Алиса. Крокодил там? Да? Да! Там крокодил. Ух ты, аж рот открыла. Ух тышка. Класс, картинки. Зайчик ты маленький. Киса. Это не киса, это, наверное, тигр. Такой, который рр говорит, только маленький. Да? А это крокодил. Крокодил. Ка, да, кра. Крокодил. Крокодил. Зубы у него. Боже, сколько радости, гляньте. Киса, да? Тигр. Ти. Тигр. А это крокодил. Ка, да, крокодил. Пытается сказать. Да, крокодил. А это тигр. Да, тигр. А это крокодил. Ой. А, это Маришка раскатала. Я думала, оно механически запустилось. А где Кирюша? Тигр. Крокодил. Щечки. А где глазки у крокодила? Где у него глазки? Это носик, а глазки. Вот смотри, глазки. Да? Туда-сюда. Крокодил, да. Как ей понравилось, вообще не отлипает от этих рисунков. Никогда не знаешь, что твоему ребенку больше понравится. Видите, Алиса любит всякие картинки, книжки. Некоторые дети вообще не обращают внимания на книжки в таком возрасте. Кирюха уже тоже нашел эту надувную штучку. Ему понравилось. О, это что? Они пришиты? Осьминог. Да, пришиты. Декор такой. Кирилл играет на пианино. А где Алиса? Алис, ты туда хочешь, да? Давай сходим, туда можно зайти. Зайти-то мы зашли, но туда по горке не залезешь. А как залезать? Туда? Целая детская комнатка. Боксерские груши. Хода нету, да? Нету хода? Я думаю, нет. А, надо под ними пролезать? По полу. Марина решила туда-таки пролезть. А, ну там как-то можно пройти. Алисе понравились эти горочки. Аккуратно, дочь, аккуратно. Осторожно. Марина с Кирюхой тем временем дошли до второго этажа. Мы так еще и не поняли, где вход на эти горки. Алиса, смотри, где Кирюшка. Не, не там. Тут такие ступеньки, что у Алисы получается самостоятельно по ним сползти. Повернулась попа и слезла. Молодец. Молодец. Куда-то помчалась.
опять на крокодила смотреть. Да? Ты к крокодилу идешь? Да, говорит Ка. Тепло зимой. Осторожно. Ой, ой, тигр. Ой, крокодил. Да, крокодил нам понравился больше всего. Крокодил. Смотри, Олеса, они шатаются, смотри. Смотри. Оп. Бух. Видишь, шатаются. Можно расшатать. А, нашли? Сейчас мы к вам придем, подождите. Смотри, где Кирюша, смотри. Да не бойся. Ух ты, вот так. Алиса, смотри, Кирюша съехал. И Алиса пошла вниз. Груши рассматривает. Все, возвращаешься? Да. Ух, я уже вся мокрая бегать за Алиской тут. Хорошая гимнастика. И для меня тоже так похудеть можно. Смотри, кто там еще открылся. Тюлень, рыба. А мы все сюда. О, смотри, класс, да? Класс. Я только конструктор подумывала купить. А теперь вижу, что он уж слишком огромный. Тигр. Тигр рр говорит, да? Крокодил. Крокодил. Кто там играет, а? Кто там играет? Пианино? Ух ты, пальма. Это пальма. Пальма? Пальма, дерево такое. Что там происходит? Что там? Все интересно. Вот уже возраст как раз по ту песенку из мультика про обезьянок. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Не, все, я за тобой уже к крокодилу не побегу. Давай сама. Туда-сюда, обратно.